В ближайшие дни, начиная с завтра, мы ожидаем, что активные циклоны будут влиять на Украину. Будет это выражаться тем, что завтра будет проходить холодный фронт, он нам принесет дожди, некоторое усиление ветра, порывы до 15-17 метров в секунду. Затем будет проходить фронт в ночь на 30-е, он принесет с собой по Одесской области, опять же, предполагаем, дожди. И, повторюсь, по северу области это может быть переходящие в осадки.